Сегодня в программе «Энергия». Водители школьных автобусов из 15 районов приехали в Южно-Сахалинск учиться оказывать неотложную помощь. У слабовидящих воспитанников Сахалинской школы по горнолыжному спорту появились слуховые гарнитуры, как у настоящих паралимпийцев. В Южно-Сахалинске прошли 5-дневные курсы по оказанию неотложной помощи при ДТП. В роли учеников впервые водители школьных автобусов и сопровождающие школьных групп из 15 районов, наставников, педагоги Сахалинского медицинского колледжа. Эпиграфом к занятиям стала народная мудрость: «Кто скоро помог, тот дважды помог». Чем быстрее мы окажем помощь до приезда скорой помощи, тем мы спасем человеческую жизнь, и человек будет не только жив, но он будет полноценно жив. Сделать искусственное дыхание, наложить шину, остановить кровотечение. Преподаватель Оксана Махновская вместе с основами неотложной доврачебной помощи старается дать школьным водителям знания еще из другого учебника. Он называется «Жизнь». Шин не будет, что будет, если автомобиль где-то рядом? Дощечка, палка. Я рассказывала, везете детей зимой, лыжи, лыжные палки, зонтики. Учим именно вот жизни, а не то, что вот как бы написано в учебниках. Сколько раз? 30. Евгений Кармазиненко из АХИ, заведующий гаражом управления образования и начальник ахинских школьных водителей. Говорит, работы хватает, ответственности тоже, поэтому знания впитывает как губка. С лагерей мы троих детей возим, и с Ихаби 5, и собираем еще пока по пути едем около 15 детей. Вот, и у нас еще внутри городские около 70 детей. Учебно-тренировочные курсы для водителей школьных автобусов – это один из множества проектов Сахалинского совета по вопросам дорожной безопасности, который компания «Сахалин Энерджи» создала в 2005 году вместе с правительством и управлением внутренних дел. За 9 лет работы совета участниками похожих занятий стали более 500 сахалинских спасателей, госавтоинспекторов, медиков. Двумя руками тянись. Давай. Летом ролики, зимой лыжи. 5-летний Миша инвалид по зрению, он почти не видит. Но как только позволяет здоровье, Миша вместе с папой приезжает на тренировки в детско-юношескую школу по горнолыжному спорту. Таких особенных спортсменов, как Миша, в школе 7. Мало, говорит тренер Ольга Желтова, и делает все, чтобы недавно созданное здесь отделение адаптивной физкультуры заработало в полную силу. От нашей компании хотим подарить Bluetooth-гарнитуру для занятий с детьми горнолыжным спортом, сноубордом, со слабым зрением. Мария Кузнецова из «Сахалин Энерджи» – одна из победительниц 4-х соревнований по горным лыжам и сноуборду среди сотрудников и подрядчиков компании. Они прошли в марте на горном воздухе и собрали рекордные 87 любителей экстрима. Все они стали участниками одной из многочисленных акций программы поддержки благотворительных инициатив сотрудников «Сахалин Энерджи». Она называется «Спешите делать добро». Все участники соревнований, они сдают стартовые взносы. Компания потом по результату собранных средств удваивает эту сумму, и все средства будут направлены на благотворительность. В прошлом году стартовые взносы пошли на покупку формы для горнолыжной школы, а в этом – слуховые гарнитуры для слабовидящих спортсменов. Гарнитура одевается двум людям, то есть спортсмену слабовидящему и, скажем так, проводнику, да, человек, который направляет спортсмена, куда ему ехать. Ну, в общем-то, поможет эта гарнитура, поэтому я надеюсь, что у нас сейчас прибавится детей в этом направлении. И если прошлой зимой маленький Миша катался на лыжах, ориентируясь в основном на собственные ощущения, то теперь с новой гарнитурой шансов стать настоящим паралимпийцем с безграничными возможностями у него стало больше. Гладь морская так зыбка и водица глубока. В одиночку не купайся, если ты не знаешь дна. И с обрыва не ныряй, но сначала проверяй. Катеров ты опасайся, близко к ним не подплывай. Ногу вдруг в воде свело, средство верное одно. Ногу распрями скорее, дерни на себя ее. Далеко заплыл, устал, сделай маленький привал. На воду спиной ложись. Отдых многим помогал. Знать об этом должен каждый. Безопасность – это важно.